инструмент называется. Я ни при чем здесь. У нас природа такая просто. Это воображение. Ну кому что, короче, да. Один раз на Баба-Яге стою, девушка, меня желательно не снимать, да? Девушка подходит, говорит, давай вечером встретимся. Я говорю, зачем? Дай свой номер, я говорю, зачем? Ну ты что-то же не видел, елки-палки, я понял, что она на этот камень намекает. Я говорю, ты что творишь, девушка? Ты что творишь? Я говорю, слушай сюда, вот я говорю, слушай. 8-705-222, да? Шутишь, это просто шутки, чтобы вас развесели. Да, знаете, кинорежиссер Шакен Айманов, уроженец Баянаула. У нас были сняты много фильмов. С правой стороны смотрим, в этом месте был снят один фрагмент из фильма «Алдар Кусе», да? Конечно, будем, но мы будем останавливаться на еще красивее места. Как вам такой ответ? У нас есть определенный маршрут, мы ездим по маршруту. О, большой, он собирается на масс считать, кажется. С правой стороны смотрим, как будто рысь пасть открыла и рычит. Смотрите, да? Угу. О, машалла, туристы считают на масс. Священное место? Ну просто они отдыхают, и время пришло намаза, и здесь решили прочитать. Это очень хорошо. На самом деле, вот за счет таких хороших людей, я думаю, человеческий род продолжается, честно говоря.